Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я уже буду показывать третий заказ из каталога Oriflame номер 13. Заказ получился на 151 балл. И та-дам! Что я себе заказала? Кто смотрит мои видео регулярно, наверняка помните, как я хотела, чтобы у нас появился в продаже комплект постельного белья. Вот такой вот чудесный комплект. Я его выписала. Немножечко хочу рассказать про него. Этот комплект шел по акции, и нужно было зарабатывать спонсорские баллы, но я не набрала столько баллов. И с тех пор я мечтала, думаю, ну, если он появится в продаже, я его обязательно закажу. Он появился в каталоге премьер-клуба. Смотрите, это фирма Togas, и я залезла на сайт, посмотрела, сколько стоит постельное белье и так далее. Я была поражена, сейчас какая-то акция проходит, скидка на простынь, то есть простынь со скидкой стоит 2800 рублей, одна простынь. А этот комплект, получился, стоит для нас 4000, а так как у меня на номере была скидка, он мне обошелся, ну, в 2000 рублей всего-навсего. Смотрите, как он классно упакован. Я его не буду сильно дербанить, но немножечко покажу. Мне просто самой не терпится посмотреть качество, то есть он так вот разделяется. Здесь у нас тоже все на застежечках. Я просто боюсь, что его не смогу так классно уложить, а открывать я его буду для использования уже только, когда мы переедем. То есть я как приданное готовит себе, я вот себе подготовила. Ой, слушайте, ну классное по качеству. Я очень люблю постельное белье. И это мне понравилось просто сразу. И по расцветке, и по этой цветовой гамме. Ой, какое качество хорошенькое. Не буду я его совсем распаковывать. Ну, потому что я точно его не смогу уже так уложить красиво. Конечно, это нереально. И самые дешевые комплектики там стоят, по-моему, от 11 тысяч. Тоже со скидкой. Вот. Вот я вам похвалилась. Но самое интересное, что я его заказала в первый день. И вчера получила, и думаю, надо посмотреть, может быть, еще заказать один комплектик. Можно кому-то классный подарок сделать. Но их уже нету. То есть их разобрали очень быстро. Итак, переходим к заказу. У меня получился заказ от 3 клиентов. Целая коробка. И немножечко себе заказала. И я вам хочу рассказать сегодня истории, как я собрала заказы. Потому что очень многие люди, мне кажется, 95% людей переживают, что они смогут набирать заказ на 150 баллов. Ребята, смотрите, это несложно. Ко мне приехала подруга. Она заказывала некоторую продукцию еще с прошлого каталога. Приехала забрать заказ. И увидела... Я вся в этом скотче... Пожалуй, я его отлеплю. И увидела у меня на столе, та-дам, вот этот рюкзачок. Это мой рюкзачок. Я его уже вам показывала. Многие пишут, ну не многие, а некоторые люди написали, что он дурацкий, что он мне нравится. Я вам хочу сказать так, что первый день, когда я его выгулила, я немножко тоже не поняла, но оказывается, я его так сильно нагрузила. У меня лежало в нем порядка, наверное, 5 каталогов. Представьте, да, это какая тяжесть. Очень много продукции. Он настолько вместительный, что я в него просто укладывала все подряд. Он, кстати, так оригинально открывается. Пам-пам. И внутри у него нет подкладки, а только, ну, как вот под кожу. Зато есть классный навесной карман. Так вот, подруга... сбиваюсь. Когда я с ним погуляла уже второй день, третий, сейчас я с ним хожу каждый день и балдею, потому что он очень классный рюкзачок. Я его поставлю вот сюда на стол, пусть стоит. Итак, клиентка увидела у меня этот рюкзачок, такая говорит: «Вау, какой классный, мне как раз такой и нужен, где ты купила, скажи мне быстрее». Я открываю каталог, говорю: «Вот, он всего там 2000 стоит». Она такая: «Хочу». А рядышком в каталоге, то есть это вот рюкзак, как вы уже догадались, это сумка-трансформер. Я не буду распаковывать, потому что это под заказ. Уберу его сюда вниз. А рядышком там же шарф. И вот он, этот шарф. Давайте его распакуем, потому что я сама на него засматривалась. И, может быть, я тоже его себе закажу, потому что он, мне кажется, такой мягкий, уютный должен быть. Слушайте, вот это, да, пушистик. Смотрите, у него аж над статики стоят такие, как шерстка. Давайте его рассмотрим. Ну, конечно, по качеству. Вау-вау. Ширина у него 51 или 53 сантиметра. А длина 1,80 м. То есть он такой большой, уютный, односторонний. Да, наверное. Ну, хотя можно и этой стороной, и этой. Такая расцветка у него
ненавязчивая. Я хочу посмотреть, как он на голове будет сидеть, потому что она спрашивала, на голову пойдет он или нет. Да, пойдет. Еще смотрите, сколько сзади остается как раз шея, все будет закрыто, все так уютненько замотаться. Но я не ношу такие палантины. Ой, какая я теперь красивая, лохматая, вся настатичная. Я не ношу на голове как платок, шарфы, я их ношу на шее. Но вот по теплу он просто невероятный. Его так хочется трогать и трогать. То есть такой согревающий, приятный. Интересно, так обработана кромка, то есть никаких швов, но уже понятно, что это не разлезется, потому что так хорошо сделано все плотненько. Классный шарф. Я думаю, что клиент тоже будет в восторге. Я как раз такое надо, что-то с зелеными цветами. Так, и она же заказала подписку на омегу-3. Она приходила с сыночком. Ему 6 лет, мы с ним поболтали тоже. Я ей говорю, а как вы с омегой? Уже начинается садик, подготовка к школе. Она говорит, да, давай подписку на омегу. Хотя она мне омегу всегда заказывает. Ну, был период, когда немного пропустили. Так, далее захожу я в один салон. У нас рядом с домом открыли салон красоты. То есть там маникюр, педикюр все делают. Я 5 месяцев ношу каталоги. И они мне ничего не заказывают. Но, кстати, каталог всегда лежит у них на столе, что приятно. То есть когда клиенты ожидают, они могут полистать мой каталог. То есть он всегда как бы на виду. Потом я подружилась все-таки с одной девочкой, с администратором. Немножечко с ней разговорились. И когда я в этот раз пришла, отдала каталог, я просто какой-то сделала комплимент. Вот я не помню точно, просто что-то разболтались. Я что-то сказала, потом завязался разговор. Я сказала, что я рисую. Открываю Инстаграм, стала ей показывать свои картинки. То есть мы стали вот как бы, ну, общаться. И тут она у меня спрашивает, а у вас есть лосьон для тела с дозатором? Вот знаете, вот просто ни с того ни с сего. Хотя я даже ничего не предлагала посмотреть. Просто оставляла каталог. И все. И в результате, та-дам, новинка. Это розовый перец и ревень. Лосьон для тела с натуральными эфирными маслами. Смотрите, какой он красивый. Я, кстати, себе хотела заказать, но потом решила пока не заказывать, потому что у меня столько лосьонов, накупаю их. Но вот девочка была очень рада, и когда она увидела ценник, я думала, она скажет дорого. А она такая смотрит и говорит, сколько? И я думаю, сейчас не будет заказа. Она говорит, как дешево. Она говорит, что любит именно все с дозатором. Обыскала в городе и находила очень дорогие, что как бы, говорит, у меня рука не поднималась их просто купить. Так что вот принесу заказ. Далее. Зашла к другой клиентке. Сейчас я вам покажу, что она заказала. Так, а где еще? Вот. Так, они разные. Вот. Зашла к другой клиентке, она у меня заказывает только одно средство, 2 раза заказывала для снятия макияжа, для снятия водостойкого макияжа, потому что она красит какой-то химической помадой, не знаю какой, которая въедается в губы, и она ничем не может снять эту помаду. И я ей просто посоветовала это средство, и она теперь его берет, и так мне благодарна. И тут я зашла и увидела, что она накрашенная. Правда, она обычно только губы красит, а это у нее глаза такие выразительные. Я говорю, ой, какая вы сегодня яркая, такая красивая. А она мне говорит, ой, дурацкие тени, они у меня все сыпятся, надо их поменять. Ну, короче, она так недовольна была своими тенями. Я говорю, так давайте подберем. Она, ой, нет, денег нет, как-нибудь потом. Я говорю, так платить же не сразу. Давайте посмотрим, что-то может вам вообще не понравится. А если понравится, будете знать, где в следующий раз заказать, потому что да, это хорошее качество. Я вам принесу, все расскажу, подберем. Вот в результате, что она заказала. Праймер под тени. Я рассказала, как классно на него тени ложатся, потому что я как раз была с макияжем, с этими тенями. И она заказала 2 оттенка теней. Одна новинка 34792, а второй теник из матовых 33684. Вот такие вот 2 оттеночка. Я, кстати, себе тоже заказала эти серые новые тени, потому что мне кажется, они настолько классные, и мне хочется в последнее время макияж делать как-то более светлый, такой вот приятный. Да, я просто когда пробовала, я их не очень помню. Вот такие вот они тени.
Да, они такие прям приятные. Такой цвет роскошный. Я обязательно запишу видео с макияжем, как я буду с этими тенями делать макияж. Так что вот я и себя побаловала заодно, и клиентку. И еще она заказала палетку, потому что я рассказала, как удобно в палеточке будет их хранить. Но палетка у меня есть в наличии, поэтому я ее не стала заказывать. Я ее уже просто так принесу, потому что она у меня уже есть. Вот и все. Остальное все мое. Я заказала карандаш темно-коричневый себе. А это линер, он стойкий, и очень его люблю. У него такой острый кончик. Он классный, тоненькие-тоненькие стрелочки делает. Давно я такой не брала себе, что-то захотелось стрелок. Потому что летом как бы яркого, такого сильно не хочется. А зимой все-таки хочется глазки немножко очертить. Но вот я не хочу делать сильно черные, потому что у меня есть черная подводка, а мне хочется более такие вот, ну, натуральные делать стрелочки, чтобы они были, ну, не такие выразительные. Заказала еще одно жидкое мыло для рук. Я в тот раз взяла 3 штуки, одно у меня забрали, клиентка выбросила, и я еще одно заказала, чтобы был запас. А, забрали у меня все пенки для бритья, поэтому я восполнила запас, заказала сейчас по супер акции пену. Ну, тоже это для клиентов будет ждать звездного часа. Взяла еще одно чудесное ночное масло, эликсир для волос. Кстати, по поводу масла многие спрашивали, можно ли его утром использовать. Да, я так и делаю, потому что мне на ночь голову мыть некомфортно. Она у меня долго сохнет, эта шевелюра. Я всегда мою утром, чтобы ходить, чтобы на свежем воздухе они быстрее сохли. И я это масло наношу утром. Прекрасно, просто чудесно. Все впитывается, волосы невероятно такие гладкие, мягкие. Ну, у меня восторг от этого масла. И тогда последний продукт. Я решила все-таки себя побаловать этим сливовым ароматом Loved Up из серии Feel Good. Не могу. Я просто когда открываю этот гель, и я мусс себе тоже взяла, и у меня это слюни текут, и я не могу насладиться этим ароматом. Поэтому я решила, что надо взять. Тем более он, как бы, эта серия такая временная. Да как его открыть? С этими пленками я все время мучаюсь. Как вы это открываете? Вот. Вот такой аромат. Я сегодня специально не пользовалась никаким другим ароматом, чтобы сразу нанести эту прелесть. Ну, флакончик простенький, но сделали оригинально, то, что вот этот вот дым цветной, он просвечивается, да, вот эта вот наклейка, она прикольная. Ну что, тест-драйвим. Он мне сразу понравился, когда я выписала. Мне вот второй, который... Кот пришел, так смотрит. Ой, ой-ой-ой, аж в глаз залетело. Это наслаждение. Хорошо, что я его заказала, я прям буду им пользоваться, чувствую, что немножко попользуюсь, если прям очень-очень понравится, может быть, еще один возьму, потому что потом его днем с огнем не сыщу. А сколько здесь миллилитров? 50. Я удивилась, потому что такой маленький тонкий флакончик, я думала, здесь 30 уже, так у меня возникло такое сомнение. Все, похвалилась вам, вот так вот легко можно собирать заказы. Что важно? Это проявить внимание человеку, заботу, продемонстрировать на себе, через личный опыт. Я же, да, вы заметили, что продукцию заказывают в основном ту, которую я сама использую, которая мне нравится. То есть через личный опыт, через личное вот это общение, внимание, заботу, мы продвигаем продукцию. Людям она очень нравится. Главное до них ее донести. Все. Спасибо за внимание. Классных вам клиентов. Создавайте такую крепкую клиентскую базу, с которой вам будет легко делать 150 баллов, всегда быть в премьер-клубе. И оставайтесь на нашем канале. А если видео полезное, с вас лайк. И пишите в комментариях обратную связь. До новых встреч. Пока-пока. GoPro Stop Video.